Обычная газель, вроде ничего необычного. Друзья, но обычно ли, когда на газельке стоит вот так вот монетка и не падает? Как вы считаете, двигатель ровно работает или неровно? Напишите в комментарии ваше мнение и напишите, до какого региона дошло это видео. Хочу опросить всех газелистов, у кого он работает на газели вот так вот двигатель 406 и монетка не падает.